зрители, подписчики моего канала, на канале Джекапрост, это просто Джекрост. Всем здрасте. Я сегодня у нас Феблум будет кататься сегодня на лошади. Сегодня мы еще как бы поговорим. Да, у нас стоит 10 декабря родилась она под знаком зодиака Стрелец. Ну да, это как бы очень прозаично. Когда вот лошадь, конь. Сейчас давай звони. Hello. Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Да, короче, стрельцы очень любят общение. Сейчас вот так вот. Ох, чупок. Хороший. Вот, ой, какая тупая фирма. Ну, говорю, ну да. Вот стрелец, как бы, по своей психологии, тихо, как бы, лошадьми очень ладит. Ладно, да что ты. Давай, поехали. Опа. Опаньки, да, я говорю, сейчас вот так вот. Да, может лицо, да, конь. О, отлично, все, поехали кататься. Короче говоря, вот, я говорю, о чем я хотел поговорить. Как бы в эти дни, я говорю, блин, может быть неделя, может быть, я не знаю, там месяц. Я говорю, стрельцы, конечно, будут бомбить. Я не знаю почему, потому что стрелец как бы сам по своей природе не выносит критику, как бы так. И это самое. И тут еще. То ли Асцендент, то ли планета Венера в Деве. Понимаете, Венера отличает, в принципе, Венера. Отличает она за любовь, там все стоит. Вот так вот посмотрим. Здрасте, я конь. Ну вот так вот. Ну, понимаете, как бы, друзья мои, как бы, хвалить не перехваливать, не сильно не критиковать, как бы вот так вот. Если что, то лучше стрельцу объяснить, как бы, где можно улучшить, потому что как бы это лучший вариант развития событий, чем вы просто скажете, то что извини, друг. Ты под ногом стреляешь, но ты бездарность, у тебя ничего не получается и т.д. и тому подобное. Так что вот таким вот образом. Ну да. Кстати, можно камеру от первого лица посмотреть. Ну да, нормально. Ну ладно, поехали. Поедем дальше. Ну да, конная полиция, типа того. Я говорю, блин, ну просто я не знаю, вот, почему вот у некоторых просто начинает пригорать. А, ну сейчас поедем туда вот. Так, стой. Ну, че? Так, сейчас. Да, тут можно на бег еще перейти. Это типа она бежит, я говорю, да. Я говорю, вот так вот. Я говорю, блин, ну как бы да. А вон стрельцы, я говорю, как бы сильно. Не вопите. Я говорю, не, ну просто понимаете, блин, ситуация такова, как бы стрелец хочет как бы улучшить мир, а ему в обратку прилетает. Даже, извини, ничего не получается, я говорю, ну да.
Land. Надо как-то вот так вот. Что мы куда-то вообще уехали. Эй! Понеслась. Давай в галоп. Это какой-то, блин, идиотина за нами несется. Я все. Все, до свидания. Да не, ну ты серьезно, чувак. Да ёлки-палки. Блин, да я не знаю. Да коняку раздавили, я говорю, вот здесь надо зайти. Я говорю, ладно, окей, пошли. Ну а чё ж, лошадь сбили, я говорю. А, блин. Да ладно, сейчас добежим. Добро встретить, это не так далеко. Я говорю, блин, понимаете, просто... Стрельцы, относитесь ко всему с юмором и позитивом. Даже если вам кажется, что же... вас сильно критикуют. Я говорю, да, вот так вот. Ты же вот так вот. Я говорю, опа, поехали. Ладно, давайте сейчас еще раз кружок как бы сделаем. Я говорю, как бы, все должно быть позитивным, все должно быть классно, я говорю, потому что вы стрельцы. Потому что единственный, как бы, не... самый позитивный народ, не обижайтесь, это остальные знаки зодиака, но это стрельцы. Потому что, как бы, путешественники, там, я не знаю, блин. Говорю, общение и т.д. и тому подобное. Я говорю, просто как бы, блин, немножечко терпения, и все будет окей. Ну как бы вот так вот, друзья мои, да. Привет, Фриск. Ну вот такая вот была на лошади, короче говоря. Не, ну блин, как бы понимаете, вот, блин, вот. Я не знаю, просто... Как бы все, что хотел, я нечестно сказал, мам, давай. Ну, вот так вот, короче, ладно, все, слезаем. Спасибо, лошадка. Спасибо, лошадка. Ладно, друзья мои, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Джек Фрост. Лошадь или конь. И, соответственно, Фейблум. Всем спасибо, всем пока-пока.